Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас интересный видосик. Такое, знаете, не обзор там, ничего, поговорим просто про разные сервера, где начать следующую прокачку. Я десятку, как вы помните, разыграл, отдал. Надо будет зайти посмотреть, как там дела на аккаунте, сколько силы, что и как. Поехали, я вам покажу сервера и потом расскажу самую главную идею. Такс. Вот такие вот плюшки нам дали. Battle Pack, нифига себе. Вот так вот. Просто 10к дали. 150к получается слизнями. Красавчики. Супер. Такс. Сейчас я вам покажу один очень интересный пак. Как вам вот этот пак, ребят? Огник, Роза, Космо за двадцатку сразу же. Топовые герои за двадцатку. Это просто жесть на английском сервере. Так, ну тут понятно, дальше пошли. Кто не знает, что такое десятка, найдите плейлист, посмотрите аккаунт на английском за десятку. Как мы его собрали. Смотрим дальше. Что тут интересного есть? Ну, как бы тоже за десятку лазуля, все дела. Можем здесь начать новый аккаунт, ну, как бы варианты есть. Так, сегодня даже шоппинг спри. Так, у нас есть еще вот такая вот акция. Давайте посмотрим, что тут за 12. Одна сумка за 12. Какие награды? Скин на Вольта дают. Корка, ожог 8. Неплохо. Давайте паролем посмотрим. Мне оно все не надо. Вот, смотрите, ребят. Корка 8 за 6000 самов. Получается. Ну, у нас скидка. Скин на Вольта бесплатный. Ну, бездонатный я имею в виду. Супер. Правда, Вольт в нем у всех есть. Вот это можно забрать. Так, 10 за 10. Ну, короче, вы поняли. Смотрите, как минус 70% за 3000 самых. Конечно, можно забирать. Пусть все валяются. Мало ли, потом будут следующие прокачки. Так, это первое. Чё себе, второй скин. Нифига себе он стоит. Минус 80%. Ничего так, да, ребят? Так, ну тут понятно все. 15 за эмблему. 1000. А вот такие вот плюхи. И плюс шоппинг спри, который реально обалденный, я не знаю, мне он очень нравится. Они его еще улучшают. Вот, посмотрите на вот это. Взяли там пак, появилось у вас две попытки, но правда здесь огник это есть, можете лазулю взять себе. То есть пишите в комментах, что вы думаете, и думаю завтра, обязательно 500 лайков, ребята, и начинаем новую десятку здесь. В общем, пишите в комментах, что вы думаете. Вот я в выборе сервера, где начать следующий аккаунт. Это у нас английский был. Поехали на немку. Возможно, на немке сделать. Тут больше для бездонатов. Интересные акции, другие акции. Поехали. Сейчас посмотрим. Так, дали нам самики. Не понял. Что-то новое. А, типа выбираешь себе награды, какие ты хочешь. Ну вот это правильно. Выбор наград. Посмотрите как. Только я что-то не могу понять. Ну я тут. Так. Вот выбрал себе награду, какую хочешь, и ее кинули тебе в сундук. Вот это правильно.
Так, хорошо, это мне нравится. Вот это действительно сделали классно, то, что ты можешь выбрать награду, которую ты хочешь. Такс. Смотрим, что у нас здесь есть интересного. Эти плюхи мы уже получали. Такс. Ну, тут тоже я вам скажу за двадцатку. Некрос, Ледяха. Тут уже продают, смотрите, сразу готовый хранитель леса. Почему бы и нет? 20. Ну, Торник то же самое, только тут один, а там три героя сразу же. Так, а что нам говорит ежедневка? Вот посмотрите, какая ежедневка, ребят. Какие плюхи. Вот это тоже очень круто. Так, это был немецкий сервер. Поехали еще на французский. Там тоже, кстати, интересные плюхи дают. То есть мы в выборе, где на русском сервере начинать десятку можно, в принципе, как вариант. То есть я создам голосование, вы напишите комменты, какие варианты, я потом создам голосование. Такс. Давайте еще даже заролим. Что там у нас? 453 слизня. Такс. Ну, я понял. Обмен. Что здесь интересного? Здесь такие же призы, в принципе, как на немке. Но видите, да, то есть один в один. Вот, посмотрите, здесь что дают. Здесь дают такой пак, как на английском сервере. Эта акция такая же. Как-то вот так вот. Есть вариант начать на Тайване, где обнова в первую очередь. То есть можно здесь. Но я думаю, самый лучший оптимальный вариант, хотя вот... Это человек, который не понимает, он может там перевести себе сервер, можно перевести язык, есть куча материалов, как это сделать, можно просто играть, если вы играете на русском, вы можете здесь играть. В чем здесь прикол? Здесь куча акций, которые, да, такой же, которые для бездонатов, например, на смену таланта, на выбивание героев, которые может потом, ну, которые... дадут обалденные таланты для владельца. То есть я опять же его разыграю. Кто-то его получит. Коллекционеры здесь тоже неплохие. Вот так вот. Ну и русский сервер. Я думаю, тут нечего даже показывать. Вы и так все знаете, как здесь печально. Аж видите, чуть не уснул. Так, что у нас тут есть? Коллекционер героев, я вам его уже показал. Не мое кино, набор необычный, хитрый. Вот такого ничего. Фонтан желаний закрыт. По акциям, как видите, здесь. Ну и даже выбора особого нету. То есть здесь начинать десятку однозначно, ну, я не вижу смысла. Там, ну, не десятку, там разные варианты есть, но просто донатный аккаунт здесь и там. Если я на английском пока дошел до Минотавра, я собрал обалденнейших героев, то здесь пока вот дойдем до Минотавра, можно, конечно, попробовать, знаете, типа Минотавр на русском и Минотавр сделать такую, знаете, трэш-контент и там, и разыграть потом и тот, когда дойдет. Но я вам скажу, что разница в аккаунтах, я думаю, вы и так знаете. Многие, кто играл пару лет на этом, перешли сюда и увидели разницу в героях, что, ну, реально все очень поменялось. И здесь за меньшие, скажем так, и затраты, и время можно собрать намного лучше пачки. То есть вот так вот. Поэтому пишите в комментах, что вы думаете, где начинать будем новую десяточку. И будем с вами уже
крышевать. Вот хоть один раз дали новую эту эмблемку. Точнее, чарку. Такое себе падает отсюда. Ну, хотя это, в принципе, нормальная тема. То, что не надо вот... Сундуки эти, опять же, нафиг не нужны, получается. У меня там их 17 тысяч, их можно просто утилизировать, по сути, потому что больше отсюда получишь. Все, пишите комменты, лайки. Всем удачи, всем пока.